Всем огромный привет! Пришел мне заказ с сайта Joy by Joy. И могу сказать, что это будет мой последний заказ, потому что в этот раз я уже конкретно так психанула. В принципе, я уже знаю, мне писали некоторые девочки, что они делали один единственный заказ в этой компании и забили. Мне собирали заказ месяц, и где-то дней 10 мне его везли. То есть полтора месяца на заказ, но как бы пошли они в баню, откровенно говоря. И несмотря на то, что там огромный ассортимент, все-таки, я не знаю, может, и буду когда-то заказывать, если я могу себе позволить заказать и забить на полтора месяца на те продукты, которые я заказала. Мне лучше чуть-чуть переплатить или просто побегать по Казани и найти здесь, чем ждать полтора месяца, это уже как-то перебор. Заказ мне обошелся в 3830 рублей, здесь не все мое, кое-что... И подруга заказала, но я вам это все покажу, сводчить ничего не буду, потому что там тупо маски у нее и, по-моему, кремушек есть. Цены буду говорить сразу. Так, начну я с тканевых масок. Тканевые маски были просто по супер низким ценам, от 31 рубля до 39 рублей. Кое-что заказала подруга, кое-что я. Так, с огурцом, с зеленым чаем и с алоэ, вот от этой марки, у меня BB-крем есть от нее, но я еще не пользовалась, по-моему, по 39 рублей, здесь даже есть такое прям русская наклейка, составы можете почитать, уже вижу, алкоголь здесь есть, антиоксидантное тоже алкоголь есть, и здесь алкоголь есть, и все это на 5-м месте. Поэтому не знаю, как буду, я даже не помню, они мои или подруги. С травой это прям точно мои маски, это очищающие. Она, может, и заказала себе одну, остальные взяла я. Они были по лечебной траве по 31 рублю. Буду пользоваться, скажу, что к чему в пустышках. Одна с облепихой моя, одна подруги, витаминная. Посмотрим, что к чему. По-моему, тоже по 31 рублю, да. И вот эта Essence Mask тоже 30... А, нет. С облепихой 37, вот это 31 рубль. Это моя маска. Вот, и как бы, ну, прикольно то, что можно купить до 40 рублей тканевую маску. Я надеюсь, они еще работают хорошо. И, если что, это немножечко сгладит впечатление от доставки. Заказала я себе от Etude Organics. Я не видела что-то у нас в магазинах. Это газированная глина, маска очищающая. Увидела ее у Зеленой Макаки. То есть это тоже блогер. Вот, она делает довольно-таки интересные обзоры. И вот у нее увидела и захотела. Здесь есть глина в составе. Я так поняла, это глиняная маска, которая пузырится. И она сказала, что она прям супер очищает кожу. Ну, не знаю, попробую. Расскажу, что к чему в пустышках. Здесь очень маленький объем. Я даже не знаю, где тут написан объем, интересно. Но она прям, ну, видите, совсем милипуська. Наверное, ну, раза на 4 я ее растяну кое-как. Написано оставлять на 5-7 минут. Посмотрим. Опять-таки расскажу все в пустышках. Так, подруга заказала. Да, кстати, газированная эта маска стоила 147 рублей. Очень-очень недешево. Коэнзимы молодости. Комплимент. Маска экспресс-лифтинг для придания коже упругости. Это подруга заказала, но я их видела у нас, по-моему, в Ашане и в Магнит Косметик. Вот эту не видела. Это must-have. Маска для лица с белой глины. Омоложение кожи и детокс. Вот это очень интересно. Против черной точки и жирного блеска. Восстановление упругости, сияние, молодость кожи. Здесь 10 грамм. И спрошу у нее отзыв, что к чему. Мне прям самой интересно, но себе я не заказывала, потому что уже просто перебор мне с масочками. Также она себе заказала это алоэ вера, крем для лица успокаивающий, ночной. Он стоил... Так, а где кремушек? 75 рублей за какой объем? 75 миллилитров. Это хорошая цена, но это Vitex, это Белоруссия, и белорусы молодцы в плане ухода. Надеюсь, понравится. Дальше. Самое интересное я хочу наконец оставить. Сейчас просто так от проходных продуктов избавиться.
регенерирующая эмульсия для лица с коллагеном. Это, видимо, вот это. 3W Clinic. Я не знаю эту марку. Здесь даже есть русская наклейка тоже. Так. Ну, зачитывать не буду, сами почитайте. 150 мл объем. Обошлась она мне в 888 рублей. Это, по-моему, ну, недорого. О, прям, девочки, это стекло. Выглядит очень круто. И как-то, смотрите, как оформлено классно. Тут даже вон. Так, 12 миллилитров. Ага, месяцев после вскрытия до 21 года. Годно сделано в Корее. Ну, выглядит прям так здорово, я бы сказала. Скорее всего, пойдет заначку до осени. Осенью я начну ею пользоваться. Сейчас я пользуюсь эмульсией от... От чего? От Etude House. Да, я вам должна была уже показать, выйти видео о моих фаворитах по уходу за лицом. Вот, буду пользоваться, надеюсь, понравится. Но оформление пока на высоте. Взять эмульсию до 1000 рублей в стекле, и прям это круто. Как всегда, Ботавикус, куда без этого, но я уже знаю, спасибо одной из моих подписчиц, что Ботавикус продается на Аптека.ру, и мне не обязательно было заказывать на Joy by Joy. Просто я нигде ее не видела у нас в магазинах. И как-то, видимо, я была невнимательна, потому что все-таки на Аптека.ру я заказываю очень часто. Это сыворотка для чувствительной кожи, базилик лемонграсс, 138 рублей она мне обошлась. Я уже показывала, у меня такая есть. Сейчас. Пипеточная такая, хорошо увлажняет, кожу не перепитывает, то есть слегка только питание дает. И, ну, не очень приятно пахнет, но достойная вещь, никаких воспалений не вызывает. Отличные составы, это натуральная косметика. И когда косметика натуральная, на мне не всегда это хорошо работает. Часто вылазят какие-то прыщички, еще что-то. Несмотря на то, что здесь очень много масел, они мне поры не забивают при постоянном использовании. И я довольна этой маркой. Ботавикус, это прям, ну, я считаю, что очень достойная марка. И самое интересное осталось. Покажу я карандаш от Golden Rose. Извиняюсь, что шуршу, я просто пытаюсь здесь еще найти все по ценам сразу же. Да, карандаш Golden Rose, 427 оттенок, для глаз 49 рублей. Во-первых, посмотрите, что это такое, что здесь нацепили. Они его с 10 раза, что ли, только продали? Просто раз... Потом вот эта штука, потом еще внутри штука, и вообще вот что это такое? Я прям уверена, что его уже открывали, и мне это все прям совсем не нравится. До 2020 года... А, это консилер и корректор для макияжа Golden Rose. Это что-то, короче, нечаянно мне попало. Фокус, надеюсь, не потерялся, если что, извиняюсь заранее. Но сводчи начнутся только сейчас, поэтому, в принципе, не страшно. До 2020 года тоже срок годности. Я хотела беленький карандаш, чтобы наносить в слизистую. Но, знаете, он такой бело-серый. То есть это прям, я не знаю. В слизистую я бы такое, наверное, не наносила. Хорошо каким-нибудь гримерам, анимешникам, которые там, ну, получается... Нижние века оформляют такими белыми карандашами, прям ярко-белыми. Он ни граммочки не естественный, все-таки если бы он был хотя бы чуть-чуть в нюд, вот просто капюлечку, это было бы классно, потому что карандаши от Golden Rose у меня есть для губ, и они реально классные, они гелевые, они стойкие и стоят до 100 рублей. Здесь он был 49, я еще из-за него откладывала заказ, мне девушка сказала, типа, я вам могу отправить там, по-моему, она говорит, в понедельник, но если ждете карандаш, то в среду. Я специально ждала этот карандаш, и как-то я расстроилась, даже за 49 рублей я просто не знаю, куда его сейчас девать. Вот. С подругой мы заказали BB-крема от The Siam, это SPF 30, как он называется, для проблемной кожи, контроль BB. Сима пришла помогать, как всегда. Стоили они по 536 рублей. То есть ее бибик я убираю, а вот этот... Так, давайте запомним. Вот,
Давайте с наклейкой я отдаю ей. Сейчас я вам почитать дам. Вот. Это я отдаю ей, а себе оставляю без русской наклейки. Так, здесь типа запечатано. И там, и тут. Чё, мне кажется, что их пытались открыть? Так, нет, смотрите, вот этот вот хорошо запечатан, я отдам ей, а вот этот я оставлю себе. Потому что, да, ну вон, срезанное прям. Да блин, что такое вообще? Это что за... Хотя, а, они... Все нормально, они внутри запечатаны. Так, давайте проверю я сразу и тот, и этот, чтобы все было запечатано. Все запечатано, да. Поэтому открываю все так же. Без русской наклейки я себе оставляю. Вот он. Сразу видео покажу. Я забываю, например, про некоторые продукты, смотрю свои видео и сразу вспоминаю. Вот. Такой для склеротиков хороший шанс все помнить, это завести свой YouTube-канал. Так, открываем. Оттенок мне не нравится. На лето, конечно. А, хотя на лето, в принципе, да, норм будет. Кстати, это какая-то старая упаковка. Они, по-моему, их сейчас перевыпустили. У меня есть от The Siam BB крем, который тоже очищающий в объеме 15 мл. Здесь объем должен быть 30 мл, 35 даже, по-моему. Почему нигде ничего нет? Так, ищем объем. Диметикон. Здесь на последнем месте, кстати, стоит масло сладкого миндаля. А объем я не вижу, я слепая. 30 грамм. То есть в два раза больше. Такой оттенок. Опять-таки, ссылки на продукты я оставлю внизу, если вы захотите с ними связаться, скажем так, с этой компанией, потому что, ну, их в баню. Оттенок очень натуральный, и я пока не понимаю. Точно не желтый подтон. Подтон либо серый, либо, я бы сказала, даже серо-розовый. То есть, если вам такие подтоны не идут, не ваша история. Он не матовый, он очень хорошо разнесся, он не запал в морщинки. То есть, его на коже не видно, и он начал прям с ней сливаться. Да, несмотря на то, что я белоснежка даже, он, в принципе, хорошо на мне смотрится. Сливается с кожи, прямо на глазах сливается с кожей. Ладно, я довольна. За 550 рублей 30 мл для BB-крема, который якобы очищающий. То есть там в составе должна быть. Так, здесь есть состав. Да, кстати, титаниум диоксид, это получается физический фильтр SPF. Он стоит на третьем месте уже. Тальк есть в составе, если что, если кому-то это важно. Не знаю, я просто не совсем шарю, какой здесь конкретный ингредиент должен очищать вашу кожу и успокаивать воспаление. Типа зеленого чая и все такое я тут не вижу. Вот, так, это идет ей, этот идет мне. И то, что я ждала прям, это Cosmic Queen, уже вся заляпалась, это палетка от Pupa. У Pupa вышли, по-моему, 4 новые палетки, сейчас они прям... В Ютубе тоже сверкают, прям все на них обзоры ломанулись сделать. Здесь 18 грамм, обошлась она мне в 1100 рублей примерно, 1059 рублей. Знаю, что в Золотом Яблоке на скидках она стоит 1300, но вот я взяла за 1059, сразу проверила, не разбилась ли она. Взяла я Cosmic Queen, почему? То есть, кстати, здесь, наверное, стоит отметить, вот здесь нажимаете... И уходит. То есть очень хороший клапан открытия. Она прям такая дорогая палетка по оформлению. Зеркало огромное, хорошего качества. Я сразу прикрою. Опять вся вот эта лабуда с названиями оттенков. Я взяла вот в такой гамме, такой синий-зеленый, потому что у меня таких оттенков нет. Там есть палетка, которая ягодная, красная и нюдовая. А я решила взять именно такую. По отзывам я слышала, что здесь есть кремовые текстуры такие, ну, типа как фольга, в общем. И давайте, наверное, сводчи. Сводчи буду делать все, потому что
Не хочу снова получать замечания. Ой, тенюшки очень мягкие. На ощупь. Кто-то их ягодные палетки сравнивает с палетками от Huda Beauty, типа Rose Gold. Так. И наносим. Они прям как маслица. Очень достойная пигментация, с учетом того, что я на тени особо не давила. И мне очень понравился вот этот оттенок, то есть вот этот сатиновый. Вот этот хороший будет для растушевки. Я взяла же, да, салфетки взяла. Надо будет стереть все с пальчиков или же нанести на вторую руку. А может, давайте на вторую руку нанесу, потому что пальцы сейчас мокрые, это будет уже нечестный сводч. И самый интересный такой ряд для меня это вот этот. Фокус. Этот какой-то странный он вообще, серебристый, он какой-то... Так, это что такое? Тут у меня котейка уже здесь отличилась, везде волосы. Как всегда у меня уж. Вот, он прям как фольга, вот этот серебристый. Так, дальше вот этот бежевый. Красивый очень оттенок шампанского. Такой зелено-синий, какой-то бирюзовый. Так, синий. Синий вообще классный, он и на ощупь классный. Это синий, который отдает фиолетовым. И черный. Черный оттенок сразу все сказали, что очень хорошего качества. Ну, это видно, да? Но черный, он сам по себе пигментированный, но вроде как плохо тушуется, судя по отзывам. О, господи. Это прям мощь. Так, синенький. Еще один синенький, бирюзовенький. Так, ну шампань неплох. И самый интересный оттенок практически фольга. Да. Вот. Поиграется. Давайте покажу все. В общем, вот такая палетка. Буду пробовать на глазах делать макияж. Не знаю, что к чему. У меня кошка там пытается разговаривать со мной. Надеюсь, вам это не слышно. Так, фокус. У меня фокус в последнее время косячит, поэтому заранее извиняюсь, если что. Вот такая палетка, и пока мне, в принципе, все нравится. У меня нет таких оттенков, поэтому я считаю, что вполне такая неплохая покупка для меня. Я хочу попробовать сделать себе синие смоки, вообще посмотреть, как это выглядит. У меня голубые глаза, и я очень часто смотрю макияж Наталины, и с ее подачи я начала делать такие розовые макияжи, и хочу еще попробовать делать синие смоки, смоки, и надеюсь, мне понравится, у меня все получится. И вот, кстати, написано 6 месяцев после вскрытия, ну, это бред, просто, это, блин, тени, ими можно годами пользоваться, надеюсь, она вонять через 6 месяцев не начнет. Также здесь, в принципе, показано, что первые это матовые, два сатиновые, третьи металлические тени, давайте пройдемся. Первый это матовый, здесь один, вот он. Ну, в складку века, в принципе, как я и думала. Сатиновый здесь наверху вот этот бежевый. И все остальные снизу тоже сатиновые. И металлических три оттенка. Это вот этот серебристый, вот эти два и вот этот. Черный я бы не сказала, что он металлический. Это просто матовый черный с какими-то блестками, как будто бы. Но нет, это все-таки матовый. Дальше, вот эти два я бы прям металликами сильно не назвала, вот этот да, вот этот металлик 100%. Вот такая, в общем, палетка, присмотритесь, качество меня пока радует, посмотрим, как будет это все тушеваться, потому что сводчи это одно, а на глазах это совсем другое. Вот такой был мой заказ на этом сайте, спасибо вам большое за просмотр, оставлю ссылку в инфобоксе на предыдущие свои заказы, обязательно посмотрите, ставьте лайк этому видео, всем пока!